Люди, реально, блядь, придите в себя. Вы там распускаете слухи, про меня гадость льете везде в соцсетях, блядь, мне присылают эти все скрины, что якобы я, блядь, зарабатываю 100 тысяч за рекламу. Какие, блядь, какие 100 тысяч рублей? А ну-ка покажите-ка мне, где это я заработала 100 тысяч рублей за рекламу. Хватит врать уже, вот честное слово, достали. Если я молчу, это не означает, что это правда. Я просто долгое время не обращала на вас внимания. Потому что это реально для меня фигня. По большому счету, как бы мне все равно, но я просто борюсь за справедливость, и мне неприятно, непонятно вообще, почему я должна, блядь, страдать, если я получила за рекламу только товар. Вот.